Потихоньку. Потихоньку. Трудимся. Так. 312 километров до предварительной стоянки, до предварительной парковки. С Богом. Проверил давление в шинах. Самую малость подкачал. Проверил масло. Чуть ниже уровня, но доливать пока не стал. Заварил кофе. Немного размялся. Продолжаем движение. Такое едет. Пройдено 310 до привала. Так, 12 часов старт. Дай Бог на привале. Карту памяти. Принесу на внешний жесткий диск.
мне нравится эта функция в автомобиле круиз-контроля. Навигатор показывает 3 часа 22 минуты, 3,5 часа до привала. Второй день движения, второе дыхание еще не наступило. Поэтому не совсем в той, не совсем в той форме, в которой должен быть. Средний расход бензина показывает 5,5. Пройдено 335 километров, по движении 6 часов 12 минут. Скорость средняя 54. Запас хода на 680 километров. Температура на улице 20,5 градусов. В салоне примерно то же самое.
места. Слева кладбище, справа прихвал, что ли. ДПР. РТК. Компания. Гостиница «Пряжа», номер телефона, ДПС, справа 500 метров. Ты что такое, дружище, было сейчас? Дальнобойщик так резко. Это не характерно для них. Возвращаются из отпуска, на прицепах тащат катера, лодки, маломерные суда, если так можно сказать. Трасса Кола. И чем она не нравится нашим либералам? Из них даже они и не слышали. У меня всегда было теплое чувство Карелии. Этот регион, я думаю, со временем принесет огромные сюрпризы. Я имею в виду в историческом плане. Ребят, испугались. Медвежий курс 194. Останавливался я там на ночевку. А нет, может, на ночевку, уже не помню. Но останавливался, в магазин заходил. Что-то купил, или воды, или
сигарет или из продуктов что-то. Тут, наверное, стадное чувство сыграло. Один пошел на обгон, за ним второй, третий. Но первый-то видит все впереди и принимает какие-то меры там. Вот, а те, кто за ним следует, не знают, что он в следующий момент сделает. Решений практически нет. Так, родник, что ли? Надо будет как-нибудь заехать. Бутылку выбросил, жалко. Впрочем, в родниках набирать тоже безопасно. Заканчивается лето, еще неделька, потом осень начнет вступать в свои права.
красивая дорога, не правда ли? Федеральная трасса, региональная. Местного значения. Надо, конечно, кстати, вот регистратор здорово помогает в том плане, что отгоняет сон, который вот накапливается, усталость. Когда сидишь, разговариваешь с видеорегистратором, как ты себя чувствуешь в тонусе? Не прозевать время, когда карту поменять, что-то интересное увидев, сказать, потому что те, кто будет просматривать видео, шума дороги мало. Музыку ставить. Может любой убрать звук. И поставить свою музыку. Дороги России очень похожи друг на друга, я имею в виду федеральные трассы и в Башкирии, и на Урале. Показывает стабильно Яндекс.Навигатор 85-86. Ну и летят ребята, куда-то спешат. Я уже говорил, для кого-то время – деньги, для кого-то время – жизнь. Время – деньги – это зарабатывают деньги, а время – жизнь. Наслаждаться каждым днем, радоваться каждому дню, находить всегда и везде что-то положительное. Жаловаться на жизнь. Ну, наверное, мог бы.
то, что получилось далеко не все, что хотелось. Но здесь повинен лично я сам. Лично сам. Никто в этом не виноват. Причем, может быть, излишняя доверенность, излишнее доверие людям. Может быть, просто личная глупость. Много причин. Но я себя отношу к людям самодостаточным. Эсидора Дункана. Ну, это супруга Сергея Есенина. На заре своей карьеры, когда она начинала танцевать, это знаменитая танцовщица Эсидора Дункана. Она однажды ехала на гастроли осенью. Сама организовывала себе выступления, гастроли. Не было ни помощников, никого. И вот сидит она в вагоне, на улице дождь, она только зашла в вагон, села, промокшая обувь, намокшее пальто, уставшая, села, посмотрела на себя, такую несчастную. Так ей жалко себя стало, так она почувствовала себя несчастной. Вот в этот момент у нее взгляд падает на человека, сидящего напротив. Она посмотрела, он был вообще без ног. Все относительно. Мокрая обувь, рваная мокрая обувь, и от этого считать себя несчастным. Или же промокшая обувь, но со здоровыми ногами. Поэтому нужно быть в меру самодостаточным. Обратил внимание, чем состоятельнее люди, в большинстве своем, не все, конечно, тем они большего хотят. Мало, 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 мало. И в итоге в основном заканчивается все трагически. Куда ж ты прешь? Зараза заставил меня потормозить. Впереди камера 60. Так, включил я радар, детектор. Яндекс.Навигатор. Но радар-детектор помалкивает. Проверим. Keep back.
Хлебнул кофе горячий слишком. Фарами никто не мигает. Радар-детектор помалкивает. Радио молчит. Дальнобойщики. Значит, не все так плохо. Это работает радар. Где-то стоит в кустах. Где-то в кустах стоит дяденька. В радиусе 5 километров. Может быть, он сзади, может быть, спереди. Никто фарами не мигает, не предупреждает. Ё-моё! За мой хвост тянется. Я у них как Сусанин, что ли? Своеобразный звук мы слышали. Резкий такой, резкая такая сирена. На 90, мы двигаемся 80.
берегите лес, мать вашу. Знак 40, Яндекс Навигатор, а тоже 40 показывает. Куда летите, блин? Ты сигналишь. Житель, он знает, наверное.
аборигены, они знают, где камера, где обманка, вообще режим работы гаишников, ГИБДДшников. Я не знаю, но не это важно. Мне главное скорость выдерживать 80-90. Петрозаводск направо, но мы его не заезжаем. Ладно. Bad.
Мурманск 910. Keypad. Температура 17, температура дороги 27. Так, река Шуя. Полноводная, широкая. Наверное, рыболовная, рыбацкая. Thank you.
Ходка, Кондопога, знаменитое место. Ну как знаменитое, довольно-таки известное. Железная дорога с правой стороны.